Так, всем доброго времени суток. На замене у меня сегодня вот такой вот котел Вайланд. Год выпуска 2006 год. Котел атмосферный. Покажу для тех, кто не верит, скажем так. Атмосферный. К котлу была подключена гофра. Данное фото я увидел, когда пришел на первоначальном этапе смотреть объект. Окно прочистки должно быть закрыто. Вот она, гофра. Как во всех своих видосиках я говорю, чугунная вот эта дверка не обеспечивает герметичность. Ее лучше заменить на стандартное окно прочистки. Круглая гильза и заглушка. Также торцевая площадка. Там я как все переделаю, я вставку сделаю. Окно прочистки, чугунную дверку я заменю. Сейчас покажу, в каком состоянии с 2006 года за это время стала гофра. Я такое в первый раз сам вижу. Год назад у меня было видео, но там не до такого состояния ее проело дымовыми газами. Но тут немножко видно уже. Сейчас я на солнце выйду, на просвет покажу. Что вот так вот. Гофры на газовые котлы, на дымоходы под запретом. Именно вот такие вот гофры, дешевые, вентиляционные. Под запретом. Так. Ну и, собственно, вот. Такого состояния я еще не видел. Дымовыми газами ее все проело. Там не то, что звездное небо, там просто, можно сказать, открытое пространство. В таком состоянии гофра. Сейчас обратно в сторону покажу. Здесь то же самое, с другой стороны. Так что, надеюсь, для кого-то это будет поучительно. После замены котла и монтажа дымоходной трубы из нержавейки все выглядит вот так вот. То есть поставил я, получается, три угла, одну метровую трубу, две по 0,25, одну полметровую я резал. Но все трубы по месту прирезались. Вот, окно прочистки я заменил, чугунную дверку я выдернул и запенил вот такое вот окно прочистки. Это гильза и заглушка. Она обеспечивает больше герметичность, нежели чугунная дверка. Где это я все покупал, в конце видео я вставку сделал, если вы из Коврова. Это на улице Кирова, магазин «Все для бани Саун». Чтобы мне там в сообщениях не писали. Пусть это им будет небольшая реклама этому магазину. И продавцы хорошие, и ребята, которые работают в торговом зале, узбеки. Очень толковые ребята, грамотные, подскажут все, что нужно. Вот. Собирал стыки вот на такой вот герметик высокотемпературный. Кстати, они подсказали. Так что рекомендую магазин. Все, всем спасибо, до свидания.